питомнике наступает активный сезон. Все растения просыпаются после зимы, которую они с легкостью перенесли. Мы производим посадочный материал только с закрытой корневой системой, в настоящей живой земле. В весеннем списке вы найдете более сотни редких зимующих видов, которые не встретите в стандартном наборе садовых центров. Мы всегда готовы удивить вас интересным посадочным материалом. Растения взращиваются посредством вегетативного размножения с хорошо зимующих маточников. Но основной упор мы делаем на размножение растений семенами. Ведь именно так можно взрастить и отобрать наиболее стойких представителей своего вида. Такой отбор и есть одна из основных задач питомника. Весь посадочный материал мы производим сами, не укрывая растения, не закармливая их и не защищая от экстремальных условий. Благодаря чему получается взращивать действительно качественные саженцы. Мы считаем, что качественные растения – это в первую очередь сильные растения. Вам не потребуется их укрывать и постоянно обрабатывать. Все виды производства, в том числе и прививка, осуществляется нашим питомником самостоятельно. Обратите внимание, сколь аккуратно место сроста наших привоев с подвоями. Мы стараемся взращивать красивые, уникальные и сильные растения во всем и ведем собственный отбор новых декоративных сортов. Ищите наш весенний список на сайте roдноедерево.рф.